В Рязанской филармонии сегодня поздравляли представительниц прекрасной половины человечества. В преддверии 8 марта лучших представительниц различных сфер поздравил исполняющий обязанности главы региона. Сделано это в формате флешмоба. Николай Любимов лично дарил тюльпаны каждой женщине, говорил приятные слова. В завершении поздравления на улицу вышли волонтеры в красных футболках и вместе с губернатором запустили шары в небо. Мы дарим вам наши улыбки! Мы дарим вам наши сердца! В завершении в зале филармонии представили концерт, традиционно в начале которого исполняющий обязанности губернатора произнес торжественную речь. 8 марта – это замечательный праздник, и особенно для нас, для мужчин. Потому что в этот день мы можем публично выразить вам слова признательности и восхищения, поблагодарить за заботу, поддержку и любовь, которую вы нам дарите. 8 марта – это день, когда мы можем в очередной раз сказать, что мы вас очень ценим и стараемся сделать для вас все, что в наших силах. Самое главное для меня, как для главы региона, чтобы вы, ваши семьи чувствовали себя комфортно.